Вот стоим, любуемся такими сливами. Вообще нет слов, какие вообще просто невероятно красивые и колоритные. На вид такие прям сочные. Я думаю, что прям вот сладкие, сладкие, сладкие. Сейчас вот прям попробую. Хочу попробовать какие-то сливы. Вот возьму одну и попробую. Скажу, вот прямо сейчас прокомментирую. Вот прям супер. Нас угостила такими сливами сестра моего мужа. Они дачу приобрели. Вот. Нет слов. Очень вкусно. На даче сливы созрели. Двух сортов. Это один сорт. Такие вот прям необычные. Вкусные такие. Вот это большая слива. Вот такая прям красивая. Прям такая прям сочная. Классная. Вот. А это вторая слива, которая другого сорта. Я вот прямо сейчас попробую. Я говорю, это типа чернослив? Не, это не чернослив, но она очень вкусная. Я прям вот поверила. Доверяю прям вот вкусу родственников. Сейчас скажу, какая она. Могу сказать точно, она слаще. Прям вообще супер сладкая. Такая немножко с кислинкой. Косточка поменьше, вот она, косточка. А у этой косточка вот такая, вот она, побольше. Ну, прям вот, да вот это вот, прям вот вообще, она классная. Я сейчас еще одну возьму. Хочу вот эту вот прям. Вкусно. Даже не знаю, как передать. Но это точно не чернослив. Я буду спрашивать сестру своего мужа, как называется этот сорт. Ребята, я вам потом скажу. Вообще обязательно скажу. Вот, ну вот, я вот это вот прям еще хочу. Можно я еще одну съем? Прям супер. Ну, прям вообще классная. Если ты любишь сорт такой вот, прям бархатный сорт, то это оно. Если ты любишь с кислинкой, то вот это оно. Вот она, эта слива, этот сорт. Ты попал вот в этот сорт. Она покрупнее, она круче. А вот это, она прям вот бархат, прям вот драйв. Ну, узнаю сорт, потом расскажу. Супер. Всем пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И узнаете много вкусного и интересного. Всем пока. До встречи.